Более 85% выпускников края написали базовую математику на 4,5. Стали известны первые итоги ЕГЭ по информатике, географии и базовой математике. Ее сдавало около 11 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом результаты по этому предмету значительно улучшились. На отлично с заданиями справилось больше половины школьников. Для сравнения, в прошлом году их было всего 37%. В два раза сократилось число неудовлетворительных оценок. Результат по информатике тоже высокий. Ее сдавали более 700 человек, трое из них получили по 100 баллов. Вырос средний балл по географии, а число тех, кто не преодолел минимальный порог, сократилось в два раза. В Министерстве по образованию такой результат связывают с тем, что ученики стали ответственнее готовиться к государственной аттестации. И готовиться не последний даже год, а добросовестно учиться в течение всего периода жизни. Потому что все-таки темы, как я говорю, буквы мы учим, таблицу сложения учим в первом классе. Поэтому с первого класса мы готовимся уже к государственной итоговой аттестации. Добавим, что апелляции на результаты экзаменов принимаются 14 и 15 июня с 9 утра до 5 вечера по адресу Барнаул, улица Партизанская, 195. Конфликтная комиссия будет рассматривать заявки 19 июня.